Уолтер Гэри Бенджамин. Это мое имя. У тебя имя, как у серийного маньяка. Тебе говорили? Нет. Конечно нет, это жутко невежливо. Итак, какие у тебя бзики? Когда я приступаю к работе, ответственность ложится грузом. Яичница. Это, знаешь ли, важная часть жизни. Еда. Моя работа — убедиться, что все получат по заслугам. Он в ад, она в рай. Трудно быть сыном Бога. Вы попадете в ад. Это Кендалл. Я бы сказал ей, что люблю ее, если бы не был так занят. Тебе, наверное, стоит знать, я ее рано или поздно... Ну, ты понял. Прям жестко. Зал 1 налево в рай. Зал 8 налево в ад. О чем ты пришел поговорить? О Греге. Он призрак. Грег призрак. Пообнимаемся? Я не должен видеть призраков. Вверх или вниз, в рай или ад, мне все равно, но здесь я больше торчать не могу. Это так не работает. Плевать. Ему не плевать. Мне надо еще походить перед тем, как я смогу это слушать. Боже ж ты... Уолли, последние пару дней ты какой-то странный. Все в порядке. Как все прошло? Уходи, заставь меня. Ты сам знаешь, что видеть мертвых — это сумасшествие. Так почему ты теперь ходишь с ним на свидание? У тебя есть семья? Она не идеальна, но знай, ада она не заслуживает. Все было нормально, пока не появился ты. Вы все попадете в ад. Каждый. Я не хочу смотреть, как она идет к алтарю, Уолтер. Оставь меня. Подумай, сможешь ли ты меня обогнать? Уолтер. Ты пялишься, придурок. Ты стал каким-то странным. Не сказать, конечно, что ты был нормальным. Простите, меня зовут Уолтер Гэри Бенджамин, и мне нужно поговорить с невестой. Не хочу тебя напрягать, но я все еще попадаю в ад. Я не знаю. Увидимся на следующей неделе.